Касается вот там этих разумных, неразумных там дев, они так собрались все. Вот. И знаете, вот в другом месте написано: Саша, скажи слава Господу. Вы слышали? Саша, скажи слава Господу. Вот смотрите, имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Мы с вами слышали голос жениха, брат Саша. И смотрите, написано, радостью радуется, друг. А мы с вами кто? Мы с вами друзья, мы радостью с вами радуемся. То, что Бог, Он устрояет. Бог, Он устрояет и наши с вами жизни, и жизнь Саши. Вот. Он тоже как-то шел к этому и молился, и вот принял он решение. И мы слышали с вами голос жениха, и, конечно же, мы хотим с вами услышать голос невесты. Хотим? Сестра Яна. Сестра Яна. Слава Господу! Сестра Яна, слава Господу! Слышали голос невесты? Слава Богу! И голос жениха, и голос невесты. И мы с вами сейчас помолимся за них, помолимся, чтобы Бог их благословил вот к этой подготовке, потому что это такое, ну, не очень простое мероприятие, скажем так, подготовка к браку, сочетанию. Вот. Чтобы Бог благословил, послал устройство им в этих приготовлениях, помог им хранить себя, вот, чтобы Бог благословил во всем, потому что благословение Божие, оно очень много значит. Совершим эту молитву.